барни разминаются 70, 120, 150. Сейчас начнем убивать людей. Мateus. Бразильский атлет. Говорят, что поднимал 190 в рывке, лучшее 230 в толчке. Мы приехали в зал и тут встретили его. Я не знаю, он тренируется здесь постоянно или он просто приехал, потому что ему сказали, что мы будем здесь. Ну, в общем, сейчас потренируемся вместе. Сегодня восстановительная тренировка. Сейчас сделаю приседания, просто чтобы буквально до 60 килограмм с жимом со стоек, и потом буду брать на грудь плюс шум жимовой. Напарником тоже где-то ведут. Около порядка 120 килограмм. Напарник на соседнем помосте уже поставил 150 килограмм. Разминка у него была несколько подходов на 20 килограмм. Потом он поставил, сделал пару подходов на 70, потом 120, потом 150. И вот как-то с такими шагами я предполагаю, что где-то под 180, под 190 сегодня порвет. Тягаться с ним не смогу. Поэтому просто буду делать спокойно приседания и жим 40 килограмм. Коленочки еще болят после предпоследней тренировки, когда я толкал 235. Такие. В коленочках еще немножко крепатурит. Segue aí, Mateus Gregório, Champion Olímpico 202. Ó, tamo junto. Gustavo Bandeira 165 kilos on the bar, first attempt snatch. All on the lift. One more. Atlet from Brazil, but compete for Ukraine last year. Shit. You gotta be kidding. The next on a platform, Selson Cunha. Yeah, warm up, Shama. Brazil. 165 pounds on the bar, please. На такой приятной ноте хочу сказать, что моя тренировка закончена. Сколько на улице-то температура сейчас? 39 градусов выше нолика. Сейчас будем заходить. One, three. В общем, вот так в Бразилии. В общем, вот так вот в Бразилии отмечается 39 градусов. Мами! Джамп! Мами! 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 Сегодня у нас по плану сейчас
часовая тренировка, быстренько разомнемся, и потом будет трехчасовой воркшоп, сокращенная программа, люди после работы уставшие, а мы их будем учить поднимать тяжелую атлетику. Сегодня толкаем, отводим диски на края штанги для того, чтобы получить больше амортизации от штанги. Практикую такое 1-2 раза в месяц для дополнительного ощущения вибрации и того, как работает штанга с большим весом. Поднимая 80 кг, я в принципе получаю такие же характеристики штанги, как и при 200, но тренируюсь с маленьким весом. Знаете, иногда доводит до абсурда, когда заходишь в зал, и в зале нет тренажера для наклонов. А если он есть, то он просто уваленный, убитый. И есть сразу понимание того, что на нем никто не тренируется. А для тяжелой атлетики, для кроссфита, я считаю, что это один из самых главных тренажеров, особенно во время разминки. Обидно. GSG тренажер, вон. Все, он сейчас ёбнет. Пошел бразильский проливной дождь. И сейчас получится так, что из-за того, что по дороге, это уже не дорога, а река, люди не придут на семинар, мы поедем домой спать. Они приплывут. Либо они приплывут. Еще два походика, и я все. На сегодня будет достаточно. Сегодня хватит. Завтра большой день приседаний. Сегодня можно позволить себе остановиться на этом. Just short introduction of myself. I started weightlifting when I was 14. Now I'm 33 years old. I'm happy to be in Brazil with my team. Yes, you will lock your arms, but you have more troubles with your shoulders. So don't do just rotation, it will not help. Chest forward. Press. Chest forward, shoulders bare. We'll start to rotate our arms and PVC around the head. You have an exercise, jump onto the box. And you have two options. Option number one, to jump from this position. Option number one, saltar dessa posição. Or option number two, to jump from that position. Option number two, saltar dessa posição. What you will choose? Qual que você vai escolher? Um, dois. So that's why move the bar to yourself. Don't move your hips onto the bar. Because from this position it will be difficult to speed up and accelerate the bar. So for you, it should be two fingers here and two fingers here. Então, tô pegando dois dedos da marca, essa marca de centro. The point of contact should be in the same place where now you feel pain. And now the same for the snatch. The same hip position. Семинар проходит хорошо, все довольны, мы сейчас вот идем просто по программе. It's good, but not for 60 kilos. Good angle. You stay, you cover, perfect, good. Yeah!
часах уже 10:25. Вот. У нас обед был последний. Последний прием пищи у нас был в 3 часа дня, поэтому сейчас поедем что-то искать вредное. Что-то вот захотелось бургера. Ну и, конечно же, ассаи. Поэтому сейчас пойдем здесь что-то покушаем. И завтра у нас ранняя съемка с девочкой из зала. Мы познакомились, такая очень фитоняшка, битоняшка, силовяшка. Вот, короче, завтра с ней будем записывать совместную тренировку. Она будет приседать и учить меня приседать, либо я буду учить ее приседать. Посмотрим. Короче, все это вы увидите на канале. Вот так вот проходят наши веселые тренировочные будни.